Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 902. Округлите число А с точностью до 1/100. А. Число А равно 1,24,851/100. Округлим его с точностью до 1/100. Это значит, оставим после запятой две цифры. Первая из отбрасываемых цифр – восьмерка. А раз восьмерка, значит, последнюю из оставшихся цифр, в нашем случае 4, будем увеличивать на единицу. Итак, А приблизительно равно 1,25. Б. Записываем числом. И нам опять надо округлить с точностью до 1/100. Оставляем две цифры после запятой. Первая из отбрасываемых – 1. Значит, последнюю оставшуюся, а именно 4, не увеличиваем. Получаем 1,24. Итак, если первая из отбрасываемых цифр – 5, 6, 7, 8, 9, последнюю оставшуюся увеличиваем на единицу. Если первая из отбрасываемых цифр 0, 1, 2, 3, 4, последнюю из оставшихся оставляем точно такой же. Итак, в М записываем числом минус 7,2303. 100-тысячных оставляем две цифры после запятой. Первая из отбрасываемых – цифра 3. Значит, последнюю из оставшихся, а именно двойку, не увеличиваем. Получаем минус 7,2. И Г. Записываем число опять. 0,12,528. Оставляем две цифры после запятой. Первая из отбрасываемых – 5. Значит, последнюю оставшуюся цифру увеличиваем на единицу. Получаем 0,13. Мы округлили все числа с точностью до 1/100. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.